Первый этап реконструкции корпуса поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы на улице маршала Бирюзова завершен. Контролирует работы местное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее». Реконструкция корпуса позволила расширить существующие площади. Кроме того, строители провели перепланировку и отделку внутренних помещений, заменили инженерные сети и системы лифтового оборудования. Также была полностью перестроена входная группа. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Первых посетителей обновленное медучреждение примет уже в июне.